Где наша Саша? Доча. Трехлетний Александр поначалу стесняется гостей, но уже через пару минут охотно позирует телекамере и даже улыбается. Любимое занятие девочки – катать коляску, но каждый шаг Саше дается с большим трудом. А у тебя что-нибудь есть сиреневое? Посмотри на себя. На тебе есть что-нибудь сиреневое? У тебя лунтик сиреневый, да? У Саши ДЦП. По словам мамы, беременность протекала нормально, но во время родов ребенок получил травму, поврежден шейный позвонок. В январе 2012 года педиатр вновь пришел к нам и сказал: «Езжайте в Казань и оформляйте инвалидность». Был шок. Родители Александры не сдались, прошли несколько курсов реабилитации. Результаты заметны. Ребенок стал выговаривать слова и даже самостоятельно стоять. Мама и дома делают все возможное, чтобы приблизить Сашу к обычной жизни, без инвалидной коляски. Даже бабка-коробка, которую вы со Златой сделали вчера, да? Бабули сделали подарок на 8 марта, да? Подарок Сашеньке можете сделать и вы. Девочку готовы принять в Институте медицинских технологий, где помогут закрепить уже достигнутых успехов и добиться новых. Я общалась с мамами особых деток, которые были там. Отзывы только положительные. За курсовое лечение нужно заплатить почти 200 тысяч рублей. Сумма для семьи Петриченко неподъемная. Помочь Сашеньке можете вы, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Росфонда. Чтобы наша дочка приблизилась еще на один шаг к здоровью. Может, сама пить?